Просили показать меня вот конструкцию поближе. Я ничего не понимаю, поэтому мама сейчас все расскажет. Показывай. Берем 5-литровую канистру. Угу. Вырезаем с двух сторон. С одной стороны там, где будет растение выходить, а с другой стороны можно расстояние сделать поменьше, чтобы просто проветривалось. Угу. На дне канистры делаем дырку. Вот дырку. Да. Берем вторую канистру. Откручиваем крышку. Вставляем горлышко в дырку предыдущей канистры. Крышку закручиваем. А, ну все. И процедуру повторяем. Сверху крепим или хомутами, или веревкой, как удобнее. Вот так. Если огурцы, то советую вот такую сеточку натянуть. Все? Все, запомнили?
Спасибо за просмотр. И если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.